Уже не первый год жители Рязанского региона наблюдают стабильную тенденцию. Уровень воды в реке Оке постепенно уменьшается. Река мельчает, и это можно объяснить по нескольким причинам. В последние годы идет активный забор и накопление воды на хозяйственные и питьевые цели. Также вдоль Оки находится много водохранилищ, которые собирают воду. Посчитайте, сколько плотин до Рязани по всей Оке. Плюс, я не могу сказать, конечно, точно, но, по-моему, в Орле проложили какой-то канал, который отводит воду. Откуда взяться воды? Воде взяться неоткуда. Обычно в весенний период воды Оки затапливают прибрежную территорию на несколько сотен метров. С каждым годом такое природное явление приходится наблюдать все реже. В этом году разлива воды практически не было. В прошлом году разлив был чуть побольше, в этом меньше. Вот несколько, года 2-3 назад разлив доходил до моста для нашего, который идет здесь через Трубишь реку. Скажем, даже дальше моста заливало. Преподаватель Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, кандидат географических наук Алексей Воробьев, назвал две причины, из-за которых мелеет река Ока. С одной стороны, это постепенное уменьшение самого стока речного в самом Окском бассейне, что наблюдается в последние десятилетия. Все больше воды идет подземным стоком и мигрирует в бассейне из-за постепенно увеличивающегося испарения. Второй причиной обмеления Оки является постепенное изменение рельефа дна. Каждый год происходит миграция русловых форм, крупнейшими из которых являются побочни и перекаты. При их надвижении там друг на друга или на более мелкие формы руслового рельефа, соответственно, могут не поддерживаться на отдельных участках так называемые гарантированные глубины, что важно для судоходства. Под такими глубинами, вот по лоцманским картам, по атласу внутренних водных путей, у нас понимают обычно глубины более чем 1,70 м. Ну или там 2 метра. В Рязанском лесопарке на берегу реки Оки построили причал общей площадью 550 квадратных метров. Он предназначен для того, чтобы принимать суда с туристами. Летний сезон уже начался, но из-за обмеления реки пристань не функционирует. Компания «Мостурфлот», организующая круизы по Оке, отменила движение своих теплоходов. Причиной тому служит сильное обмеление реки. По словам пресс-секретаря компании Александра Филимонова, река просто перестала быть судоходной. В следующем сезоне круизная компания рассчитывает на возобновление движения по Оке. Для этого на реке проведут работы по углублению дна.